У меня был случай, я работала в школе как заместитель директора по воспитательной работе и общалась в основном со старшими ребятами. Но у школы было отделение дошкольное, то есть детский сад. И я попала на утренник к этим детям. И пришла оттуда в таком восторге, стала рассказывать директору, какие ребята классные, маленькие, как цыплятки. Директор так на меня серьезно посмотрел и говорит: пора замуж. Рожать самой. И, ну, на тот момент мне было еще, наверное, 24 года, я еще не задумывалась об этом. А вот когда прошло время, я понимаю, что действительно это очень важно для женщины — стать мамой и почувствовать вот это тепло от своего ребенка. У меня тоже дочка, и поэтому 8 марта мы поздравляем своих мам, бабушек, мы поздравляем уже своих дочерей. И очень приятно, когда дочка тебя поздравляет с 8 марта, несет открытку, нарисованную своими руками. Ну, может быть, не совсем по теме праздника, но дарит ее. И очень приятно читать, когда вот этим детским корявым почерком написано: «С праздником, мамочка!»